Всем привет, с вами Маги, это видеоблог магазина Sneakerhead. Сегодня у нас в гостях Копы в огне и Sigma Chi. А если поименно, я не смог запомнить, ребята, так что представьтесь лучше сами. Миха Арчанга. Я Суперсоник, Коп Козыльский. Кодзи Браун. Чуваки, первый же вопрос. 8 лет прошло между первой презентацией Копы в огне и сейчас новые Копы в огне. Что общего, в чем отличие и какая общая эстетика объединяет эти два момента жизненных, так скажем? 8 лет прошло, я не знаю, перерыв, по-моему, был меньше, а с начала спектакля уже прошло лет 11, когда мы стартовали, а перерывчик был, по-моему, поменьше. Но восьмерка, правильно ты говоришь, клуб 8 убийц, 8 — это все завязано, понятно, это все завязано. Есть, да. Там восьмерочка, там восьмерочка имеется, по-любому она всплыла не случайно. Слушай, ну копы тогда, вот как ты говоришь, 8 лет спустя, 11 лет назад, тогда это все только начиналось, тогда это, по сути, был для очень многих из нас первый большой проект, который мы сделали. И после этого пошли проекты, как и у нас у всех, и хип-хапчик, и различные проекты творческие, так и там у режиссера, у всей команды, по сути, полетело, и вот спустя 10 лет этой профессиональной работы мы снова объединились. Так, Пипи, сейчас вспомни все, как было. Ничего не упускай из виду. Как так вышло, ты забыл пистолет в машине? Что это за история с часами, с запонками? Это значит, что качество стало лучше. Это значит, что все принесли энергию профессионализма сюда. Не только энергию вот именно такого, знаешь, созидательную, когда мы это все придумывали, делали, это все было супер волшебно. Сейчас мы туда добавили еще и прокачки своей. Поэтому, да, мне кажется, что получается такое шоу уже совершенно на новом уровне. Там сохраняется душевность, вот эта сама история. Клуб 8 убийц, 4 благородных копа, которые готовы отдать свою жизнь ради долга, которые готовы пожертвовать всем только для достижения цели, они мыслят, идут вперед. Эта история осталась. Но сама форма, мне кажется, мы стали плотнее, круче, и поэтому добро пожаловать, как говорится. Круто, супер. Вот откуда всплыла у меня восьмерка. Давай, в этом году анонсировали всего 8 показов хип-хоперы. Да. Правильно я все говорю? Все вообще четко. Почему так мало и какая дальнейшая судьба этого произведения? А у копов судьба, я надеюсь, самая светлая, и дай бог это будет реализовываться и дальше и в театральном, и в, возможно, в другом формате. В киноформате. Возможно, в киноформате, братчо. Это все супер реально. Но то, что мы так сейчас собрались и снова это сделали, ты говоришь, 8 показов, видишь, не случайно. Нейро Морис, Джибурда Нейро Морис, клуб 8 убийц. Ну, легче стало сейчас, например, где выступать, проводить показы, чем когда вы только вот первый раз это делали. И за счет чего? За счет, конечно же, профессионализма, но, может, еще какие-то технические особенности появились? Может, что-то появилось техническое, что не было, там, скажем, там, 10 лет назад? Много чего появилось, да, живая музыка появилась вообще. Это как бы один из таких моментов, которые реально прокачали спектакль, живые музыканты. Плюю своей сухой слюной на ваш мокрый закон. В гнилой системе я изгой, беглый раб без оков. Радиоактивный изотоп, да, мне противен каждый коп. Любая новость обо мне по пенопласту наш таком. Они играют как бы вместе с MPC-шным флоу. Технически, да, но от этого, скорее всего, не легче стало самому. Да, процесс стал более таким. Ну, если говорить внутри, да. Если говорить внутри спектакля... Вызывает, да. Это копские дела. Ты можешь нам дать рацию. Эй, пока подождите. Вызывайте нас, мэн. Хороший вопрос, насколько стало полегче. Это вопрос прям в точку, потому что я внутри ощущаю спектакля гораздо больше скоординированности, больше, вот, знаешь, такое легче, реально. Реально сейчас идет. За счет профи, за счет опыта, за счет всего. То есть это уже как-то залетает по очень базисному. И у нас зал большой, на 2000 человек там собирается здесь. Серьезный. Да, и как будто эта энергия прям хорошо идет. Мих, ты как чувствуешь?
супер. У нас новые, с нами участвуют в команде танцоры, брейкеры огромные. Огромные брейкеры или, в смысле, крутые? Огромной крутости, я хотел сказать. Не договорил, братья, подожди. Мы были самых здоровых брейкеров. Огромные. Не здоровых, а огромной крутости брейкеры. Огромности крутости, да. Здоровье тут как бы ни при чем. Здоровые, да. Здоровые, огромной крутости брейкеры. И они помогают в спектакле. Там многие функции, которые раньше мы сами выполняли, касательно реквизита и всего такого, теперь распределены между ними, и вот Саня об этом говорил как-то еще вот недавно, танцоров, что он идет, вот он, ну, он Коп Козульский, он весь спектакль на авансцене работает, и он идет, ему все подают, все, ну, как бы его обрабатывают профессионально очень. Это я круто. Я понял. Трач. Можно ли будет послушать хип-хоп-оперу в аудиоформате каким-то образом? Да, да, можно будет, и выпустим. А когда? Брачу не спрашивай. Ну, скоро. Скоро, да. Это лучший ответ. Он начался примерно 8 лет назад, мы начали говорить. Скоро, да. Поэтому все, кто 8 лет ждет еще, как ты сказал, скоро все будет. Тут осталось-то 8 минут буквально. Ну, не знаю, может, 8 часов, может быть, 8 дней. 8 секунд. Брач. Музыка в новом спектакле. Это новая аранжировка или аранжировка из старого спектакля? Музыка, большинство, да, 90% музона, это музон, который делал Диза, то есть это Саша Халин, который изначально музон и был в копах старого спектакля. Мы сейчас еще сверху положили живых музыкантов, бас, барабан и клавиши, соответственно. Зазвучало по-другому? Зазвучало, да, реально немножко добавляется такой груви, у нас все крутые музыканты, прям это добавляет очень хорошую флуизу, прям спектакль, все стало, знаешь. Уплотняет музончик, уплотняет саунд общий. И переходики делает, барабанщики, да, тебе, еще все джазово, такой у нас барабанщик. Ну, плюс, мне кажется, это сами, между треками как бы еще. Профессионально, это же офигенно. Офигенно, прям, офигенно, да, супер. То есть это ты прям... Ты играешь, тебе подыгрывают. Это работает, да. А музон, по сути, большая часть это наш олдскульный музон, который, собственно, Диза изначально делал. Мы просто вернулись к нему, все как бы объединились, чтобы снова это сделать. Круто. Да. Сейчас очень популярны спин-оффы различные, там, перезапуски, реньюны, там, ну, кучу всего, ремейки. Вы не думали, например, снять что-нибудь про... Про молодость Гурда Мориса. Например, да, например, почему типа, бы и... что, мне кажется, это было бы интересно. Или там полностью раскрыть историю Софи, которая была, которая мало раскрыта. Софи, абсолютно, кажется, да. Хватает. Даже есть комикс на эту историю про Софию, про Козульского, как раз молодого. Есть такой комикс у нас выпущенный, там история Софии раскрывается более плотно. Вот. Там, вот. Да, там много щегольства. То есть что-то стоит ожидать? Ну, безусловно, на самом деле написано уже «Копы в огне 3», то есть перемахивая через вторых, уже третье написано, а Нойз предложил четвертых делать. Я не знаю, все хотят что-то вперед, никто не хочет, знаешь. Вторых делать. Да, вторых делать. Все пропускают вторых, мэ, что происходит. Может быть, «Копы в огне 2», но это будет предыстория. Это предыстория, может быть, да, вот как ты говоришь, да. Приквел, да. Это очень интересная история, потому что Джигурда Нейро Морис обладает, но, понимаешь, он возглавил клуб 8 убийц, но у него такая история, господи, это очень непростой мэн. И у него очень дхармичная история такая, поэтому я бы, да, про него очень хорошо рассказать. Не могу рассказывать все перипетии, потому что понятно, все-таки... Конечно, лучше посмотреть, это не спойлер, да. Но Джигурда Нейро Морис, мэн, это не такой простой, вы все думаете, что он просто убийца, мэн. Подумай своей головой. Непростой человек. Хоть он и замутил блуги молекулы. Это из мема, да? Вот это? Не, брат, что это? Я не знаю, из какого мема, мэн. Сейчас все из мема. Что бы ты ни сделал, ты будешь все из мема. Джигурда Нейро Морис, просто это важная информация, он придумал блуги молекулу, которая тебя погружает в блугинет. Ты просто ее съедаешь, блуги молекулы, ты в блугинете на 8 часов. А в блугинете все самые сокровенные удовольствия. Где-то я слышал это. Матрица, нет? Да, Киану Ривз, мэн. Он это... Спроси у него. Вообще, знаешь, важно вот про копов сказать, что современный мир немножко с ума сошел. Мы живем в мире такого трансгуманизма, очень сильного давления, когда все друг друга меняют пол, там вообще что происходит. Вчера он был беспредел полнейший, да, на самом-то деле беспредел. Беспредел. Два раза в неделю люди. Два раза в неделю поменял. Да, меняют. Чик-чик обратно, мэн. И как бы люди прикрываются тем, что существует понятие
свобода, и мы не должны никуда лезть. Ну, что человек хочет, так и живет, да? Это вот, мне кажется, придумали, знаешь, в наше время это называлось перепарковщики. Вот чувство свободы стало равно, типа, перепарковщику, что, типа, я могу передумать. То есть меня учили по-другому отвечать за то, что за выбор, за слова. А тут, типа, нет, вот учат как-то, типа, ты можешь переобуться, ничего в этом страшного нет. В этом и старая школа и есть как раз. Ну вот, да, скорее всего. Не перепарковываться, да, как бы нормально. Чего бы не было, чего бы не было, да, да. Не, вопрос именно в том, что свобода не прикрывает, что каждый может жить своим счастьем, но коп это понимает, что существует, ты понимаешь, дхарма, существует путь справедливости. И человек, если он уж Бог так дал, что он родился, например, в мужском теле, у него определенный путь. И именно пройдя этот путь правильно по-мужски, он испытает счастье. Если он этого не понимает, если он ведется на этот трансгуманизм, если он думает, что ты можешь просто поменяться и наслаждаться главной жизнью, то ты попадаешь в ловушку. То есть да. это ловушка для людей, а мы пытаемся как бы отодвинуться от этой ловушки и сказать, ну, каждый же сам принимает решение. Это неправильно. Поэтому копы, они вот против чипирования трансгуманизма, копы, они за вегетарианство. Если ты убиваешь животное, извини меня, брачу. Старые копы, да, 10 лет назад, ладно, мы еще типа, ну ладно. Валили, да? Ну типа, да, ладно, ты там, ну ежа ты съел на завтрак, окей, это твое дело, брачу. Но сейчас, 21 век, мы говорим, бря, не трогай ежа, отпусти его, пусть он там бегает по траве, например, да, черный коп? Да, например. За ежа стопудово. Вот, короче, копы тоже в этом изменились, что мы более стали, как бы следим теперь, ну, у нас больше дел теперь, понимаешь, раньше были дела только на преступников, а теперь дела еще на тех, кто и обижает, ну, там, Малькони, обижает каких-то братьев там... наших меньше, братьев, да. Спасибо, знаешь, черный коп. Называют, как бы лицемерно называют братьями нашими меньшими и обижают. И обижают их сами, но да. Это некрасиво, вот. Это абсолютно не вписывается в рамки... Копские дела. В рамки порядочности. Вот. Мне захотелось фалафель, пацаны, с вами посидеть. Вот, фалафель. Отличная идея. Я тебе скажу. Отличная идея. Фалафель ты ешь и понимаешь, что вот оно где, вот оно где. Вот оно где здравое питание. Блин, да это просто, я бы сейчас вот вообще реально фалафеля бы навернул. Ты сейчас закинул тему, ты закинул мы сейчас фалафель поедем. По фалафелю. Согласен. Кого дополнительно из популярных артистов вы бы хотели пригласить поучаствовать в Кобре? Интересный вопрос. Может быть, даже есть для кого-то на будущее какие-то роли? Или... Да. Ну, то есть это интересно послушать. Кого хотели 10 лет назад позвать? Мне кажется, сейчас бы хорошо зашел Бон Джови. Бон Джови. На какую-то... Я про Суэйзи вспомнил, но... Но, к сожалению, он уже не в нашей обороне. Но у нас, кстати говоря, про Суэйзи ты хорошо вспомнил, потому что есть идея сделать коп Суэйзи, который будет как привидение. Да, да, да. Это коп Суэйзи, моя. Старый Патрик Суэйзи, правильно? Ну, Суэйзи тот... Ну, он молодой. Гоуст, да. Коп, да, Гоуст, когда он Гоуст играл. Как эти лица... Это привидение. Привидение, да. Нет, я понял, из фильма. Он из... Вот Патрик Суэйзи времен фильма. Какие-то неопознанные лица. Подозрительные лица был. Тех времен. Он там не играл. Он там не играл. Но это тех времен. Ты прав. Ты его с Кевином Спейси спутал. Да, ты его с Кевином Спейси. Ничего страшного. Они сами друг друга коп путали. Коп Суэйзи и коп Спейси. Они иногда друг друга путали. Смотри, коп Спейси, коп Суэйзи и Бон Джови. А пока у нас так. А я базар, короче, говорил про вот этого. Про Кевина я Спейси. Я не про гетеросексуального, короче. Я про другого говорил. Мэн, короче, вообще, мэн. Туда не лезем вообще. Да, кино, когда смотрим, это ничего не бесполезно, мэн. Ничего не знаю. Ты просто весь фильм пропустишь, пока будешь об этом думать. Кстати, я реально, никогда не задумывался об этом реально. No shit, мэн, no shit, не надо. Смотрю и говорю, блин, ничего не помню вообще. Да, да, ты задумался о чем-то. Да, задумался о том, что происходит у них в жизни. Тебе закинули какой-то placement, ничего там. Space is the placement. Space is the placement, мэн. В копах есть очень много отсылок к различным жанрам. Кино, музыке, чем, кем вдохновлялись, было бы интересно. И кем вдохновлялись для создания именно героев. Вот это скорее даже больше. Слушай, вдохновляют все такие, знаешь, дхармичные, праведные. Но есть прообразы? Есть, конечно, прообразы. Их огромное количество. Они на самом деле мультикультурологические, потому что они от индийского кино идут до Голливуда, до Франции. Значит, французский связной, значит, наш Анискин Жеглов, дядя Степа, мэн, дядя Степа, ты что, мимо дяди Степа пройдешь? Он сигмач. Дядя Степа крутой. Да, он просто разруливал все на... Вообще, он, по-моему, пистолета не касался, просто делал рулеж, он говорил сюда, пацанята сюда, жирафята, мэн, все, все решали. Дядя Степа — это самое главное, это вообще самый мощный коп. Да. Дядя Степа мощный коп. Ты чё, нет, дядя Степа крутой, я не могу ничего он не... просто... я тебе об этом и говорю. Я вообще, я против дяди Степа. Вот, на таком... Я на нем вырос, мэн. На интеллигенсе, на таком, мэн, я такого не видал. Таких не бывает. Да, вот, да. Ну как? Да.
таких. Ну, а, западные копы ворсовые, ты знаешь, вот Bullet. Да, Bullet, мэн. Совершенно гениальный, да. Значит, и дальше мы идем по списку Серпико, дальше мы улетаем в Аль Пачино, да, в его совершенно гениального Серпико. Дальше мы можем пробежаться по таким копам, которые нам понятны. Грязный Гарри. Грязный Гарри, да, надо и все прочее. Надо не забывать тоже. Что отличает копов и вообще сигмачей, которые заняты своим делом? Их отличает, что у них все вокруг подчинено некоторому главной цели. Это вообще очень такая мужская штучка, когда ты первое место ставишь Бога, на второе место ставишь свою работу, третье место у тебя семья. То есть, по сути, вот мужчина, когда он находится в таких реалиях, он очень благодатное производит впечатление с экрана. Ты и видишь... ни на одном из этих трех мест его самого нету. То есть он себя не ставит ни на одно из этих первых трех мест. Он, да, работу воспринимает как служить, как долг. Поэтому коп всегда этим подкупал меня в детстве. Я смотрел на сигмача, который думает только о своем долге. Он думает о том, как не о том, как там преуспеть в этой жизни, или не о том, какая у него будет, какой у него будет баунс и хайп в ТикТоке, да, его танцы. Он думает реально о реализации своего долга. Это меня подкупало в Джеймс Бонде, что у него все, хоть он и не коп, но тоже, да, туда же, что у него все для дела. Тачки, чтобы ее разбить, женщина, чтобы узнать информацию, самолет для того, чтобы догнать сигмача, а не для того, чтобы полетать в бизнес-классе. Все остальное просто попутно. Все попутно, но есть вот это, но понимаешь. Красиво. Но красиво, но это уже стайл как бы самого, ну, сигмача, да, да. Это не для того, чтобы покайфовать, да, это как бы именно для дела. Для дела. И вот из этих всех героев, знаешь, таких мультигероев, которые следуют своему делу, танцор диско, мэн, тоже следует своему делу. Джимми. Джимми, мэн. Кинг-Конг следует своему делу. Кинг-Конг — это коп. Он долбанный коп, он следует своему делу. Если начинает... Да, у него свои джунгли, Кисоуджи обижают, что ему делать, и он против этих вертолетов, а они в него мочат. Это копская тема, когда в тебя паляют, шмаляют, а ты до конца защищаешь, понимаешь? Еще пару вертолетов сбиваешь. Вы, как сказать, вы, правильно я понимаю, что это спектакль о тех копах, которых мы бы хотели видеть? Они всегда есть, это те копы, да, которые безусловно существуют в этом мире. Без таких людей ничего не происходит. Вы просто... верите, что такие есть? Да, что да. Мы есть, приходите на мейнстейдж, вы их увидите, это true копы. Это мы. Это мы, да, это мы. Ты говоришь, вы верите, что мы есть? Мэн, мы есть. Мих, ты есть? Мы верим, что мы есть. Мы верим, что мы есть, мэн, мы копы. Вы тесно связаны, как я понимаю, в свое время, еще будучи молодыми, были связаны с хип-хоп-культурой. Каждый, да, послужит, конечно. Да. Здесь я могу два слова сказать. Кодзи Браун представляет группу 43 градуса. Это, да, одна из моих любимых групп, значит, тех годов, которые можем назвать 2000-90-е, да, Кодзи Браун? Ну, конец, да, 90-х. 2000-е. Начало, да, 2000-х. 2000-х годов. 43, да, градуса. 43 градуса. Объединение 43 градуса. Underground, да, да, шоу. Это совершенно... Значит, Миша, Ларик Сурапов. Что? Вот, может, это спин, да. Fight, tiger, run away. Country music never play. Never play dramatic games. Never gay in my home space. По делу хип-хапчиков и Миша альбомов выпущенных, я не знаю, мне кажется, их точно... Штук 40. Штук 40, да, у него выпущенных альбомов. И чуть-чуть, конечно, Чипинкос. Хип-хапчиков. Ну, Чипинкос, мы... Ну, нет, Чипинкос вообще... Это другая школа. Это более современная. Не, это просто про то, что что делали. Да. А это андеграунд. Суперсаник тоже, группа традиции. Мы делали традицию. До копов в огне. До копов в огне. Тоже была группа традиции. Что это хип-хапчики? Мощнейшие пару альбомчиков у них, парочка была. Ну, которые мы выпустили. Мы рулим, да, там было. Говорим про кеды. Если вы из хип-хопа, что любите? Я смотрю, вы все в адике, и у всех разный адик. Тебе твой адик подходит, потому что это такой прям олдскульный, алдовый, газели, и он подходит... Это Самоа, бро, это не газель, нет, это Самоа. Нет, под, я понял, это Самоа. А, ты имеешь в виду, что я на газели подъехал, ты это спалил, да? Я понял тебя, мы. На баргузине посадил. Самые крутые. Да. У тебя более такой туристический стайл. Братья, полный баргузин. У тебя белые кроссы лучшие снизу, правильно? Футуристичные, да, или у меня футуристичные, но не такие, ха, да. А у тебя больше такая классика белых кроссовок. Звездный корабль. Вот. Немного о выборе. Немного каждый о выборе. И вообще, что предпочитаете из брендов, из силуэтов? Силуэты Кодзи Браун. Ну, не знаю, у меня вот эти Самоа, например, одна из моих любимых моделей вообще кроссовок. Не только в адике. Я вообще люблю все кроссовки. Но вот Самоа у Адика, это, короче, вот самая такая близкая модель. Мы с тобой, да, мы обсуждали с Кодзи на улице. Я говорю, прикольно, и он говорит, да я вообще все кеды, говорит, люблю.
Да. Я говорю, ну ты просто из того времени, когда их не было. Он говорит, точно, братан, говорит, я помню просто, какие были уебанские кеды в моей молодости. Да они нормальные были, бро. Ну как, ну они нормальные были, кеды. Они были нормальные, они были нормальные. Ну просто были не адики, мэн. Тебе правда все нравятся кеды, реально. Даже те, которые у тебя были ложовые, нормальные. Я вообще за кеды готов сейчас вообще. За любые. Мазу потянуть за любые кеды, мэн. Особенно за Ботас, который мы с тобой обсуждали. Ну Ботас это реально нормальные коры были. Полсколы в них ходило. Румынские кеды, вот эти первые мои были четкие, говорит, а когда уже адики появились, поэтому три полоски, обожаю любые. Ты почему выбрал такой силуэт? Я? Yeah? Да. Ну, ты же сказал, да, это какой-то звездный десант, звездный корабль. Да не, ну, брачу, это немножко баскетбольная модель, я очень люблю баскетбол, в детстве играю в баскетбол. Сейчас играешь? Сейчас играю в баскетбол, ну так, чисто выйти, побросать. Мы приглашаем тебя в плейграунд. Плейграунд, брачу, давай сделаем это, потому что, ну, у меня хорошо летит сейчас просто. Хорошо идет Коди Браун. Да. Идет нормально? Ну, 90%. 90%? Да. 90%, это я так сейчас сказал. У меня есть с кем ты, брат. 97%. Спасибо, Коди Браун, а то я уже чуть со стыда не сгорел, мэн. 97% попаданий, короче, баскет. Ну, я как бы, я просто не люблю хвастаться, даже. Спасибо, что ты похвастался про меня. Успехами моих... А, согласен. Ты не дослушал, моих игроков. Моих, да. Из тебя получился бы классный коуч, брат. Тренер, да. Я играющий тренер. Тренер, куда мне? Тренер. Я атакующий защитник. Я представляю. Субсаник тоже атакующий защитник. Тренер, я готов, выпусти меня. Джимми, сядь. Джимми, сядь, да. На гитару. Джимми, сядь на гитару. Короче, баскетбол, Читкачези вообще. Лейкерс, поздравляю с победой. Лебрейлзи, четвертый перстень. AD, первый перстень. Ну, там все это происходит, баскетбольные штучки. Тима Мозгов, Саша Каун. Респект. Чемпионы NBA. Респект. О чем ты говоришь? Что я еще мог выбрать после Тимы Мозгов и Саша Кауна? Мы чемпионы, мэн. Поэтому баскет, респект, уважение. Надо сыграть реально. Зови, брат. И твой выбор? Ну, мне понятно, почему. Потому что это рэперские белые кроссовки. За счет силуэта и вообще какие у тебя фавориты, что ты любишь из кроссовок? Ну я как Коди люблю все кроссовки в целом. Мы в детстве... С Коди играли. Вместе с детством. Вместе со мной в детстве. Детский сад вместе. Это наше детство с Михой. Детский сад вместе ходили. Одни ботусы молдавские юзали, поэтому что нам... Или румынские. Ну ты постарше был тогда. Да, Миха постарше был. Ты в восьмом, а я в седьмом учился. Да, и кроссовок не было. Там у нее в Пскове. Вот. Потом появились патрули. Там мы как-то сами кусали. Да. И в целом я люблю кроссовки. Тут. Ну, вообще, я все люблю. Классно, когда кроссовки не из натуральной кожи. А, вот ты все-таки гнешь эту тему. Я не гну эту тему, я даже вот в этих... Да, я максимально в них. Просто это классно, когда... Я вот так и говорю, что это классно. А тут уже убили животное, ну что, ему хотя бы какую-то пользу принесет его кожа. Вот, я взял модель, потому что мой младший братишка вот приехал в Псков в белых Динамо. Да, в белых Динамо. Есть такие Динамо, знаешь, Динамо, полностью белые. Вот, и я думаю, нифига клево. Питерский кроссовки. Да. И вот я похожий силуэт просто выбрал. Динамо. То есть такой олдскул, именно из-за того, что это похоже на... Ну да, ну это какой-то непонятный полуолдскул, полунюскул. Это такой, да, между... Фьюжн, такой средний, да. Неоклассика, короче. Неоклассика, да. Вот, хороший вопрос, и от вас интересная подборочка. Какие спектакли и фильмы вы порекомендуете нашим маленьким зрителям? И большим тоже. Вот действительно, давайте из последнего, что вас впечатлило? Сериал 2013 года «Великая Махабхарата», индийский современный сериал. Там какой-то рекорд. Без танцев? Без танцев? Ну, танцев там есть. Ну, там, может, полпроцента. Нет, там не да, столько это... танцев, там это произведение такое. Да, короче, сериал с какой-то рекорд по бюджетам поставил. Не болливудское стандартное произведение, серьезный фильм. Ну, это экранизация эпоса, то есть они там все в золотых... Исторических. Да, он исторический, но там и
Ну, короче, очень, очень клево. Про принцев, про вот долг воина, про вот эту всю тему. Он прям... Не, мощное произведение. Его можно и с детьми смотреть. Ну, как бы он там и снято круто. И снято, и там и на слезу пробивает, и вообще, и все, что надо. Круто, там. Интересно. Коди, у тебя, мне очень интересен твой выбор. Да у меня на самом деле такой же выбор, но что еще можно добавить? Что еще к этому выбору добавить? Тоже индийский фильм, кстати, «Бахубали», вот, например, фильм. Тоже про такое именно, про... такую тематику именно царей, порядочность, как бы глобально драматургия такая именно про как бы завоевание там и так далее. Ну, хороший фильм, очень красивый. Я не буду говорить специально про этот фильм, надо его смотреть, да, он очень крутой. Там есть танцы, но они крутые тоже. Слушай, у индусов не бывает плохих танцев. Ну вот, о чем и речь. Они отлично танцуют. Если уже индийское кино пошел разговор. Уже. Не, я тогда а спектакль, какой я рекомендую, знаете, вот, спектакль? Ну, это иммерсивная опера «Пиковая дама». «Пиковая дама», классика. Сусанник, да, режиссер этого спектакля. Серьезно? Да. Интересно. Вот да, тогда я тоже спектакль добавлю. Иолант иммерсивная тоже. Тоже Сусанник режиссер. За этим будущее иммерсивный спектакль. Иммерсивная опера. Иммерсивная опера — это настоящая. Опера — это мощно. Это настоящая. Это мощно. Я вот был, и я... Там просто у меня это то, что мурашки просто бегали вокруг вот так вот. Блин, просто... заинтриговали. Можете, да. Блин, но... так сказать? Не, ну прикинь, ты внутри оперы находишься, они вокруг тебя поют, не просто там разговаривают, там, это они вот поют арии, как понимаешь? Как история с вот, где дом, да, типа какой-то был, где ты одевал маски, и люди... Ну там все без масок, ты просто оказываешься внутри сцены, и вот сейчас при тебе все это разыгрывается, и ты находишься внутри не издалека там, пения, в бинокле, да, а прямо над рядом. Да, да, без всяких масок, безо всего, да, ты некоторый такой персонаж внутри находишься, это... Происходит у нас в Московском оперном доме, значит, вот, собственно, я там режиссирую, художественный руководитель, это на улице Яузская, да, происходит особняк Гончарова-Филипповых, вон там у нас свое пространство театральное, очень поэтому круто. Добро пожаловать. Очень, очень интересно, а вы, блин, я буду... Я, соответственно, сам тоже порекомендую тогда, если про кино говорить, я тоже индийское порекомендую. Давайте, конечно. раз уж индийское. То... Я рекомендую два индийских фильма, два сериала буду рекомендовать. Один — это «Махадев». Махадев 800 серий, я посмотрел все 800. 800 серий? Да, Коди Браун тоже все 800 посмотрел. Да. Хороший сериал. Он вам позволит много чего понять. И, Шиву. Про Шиву. Да, про Шиву, да. И еще один... Ни много, ни мало. Сериальчик, это Ситарама. «Игра престолов отдыхает». Ну, это что, ты забудь об этом. Я даже... Не это смог захотеть не посмотреть этот фильм. Есть, даже захотеть вот Миша, то, что Миша посоветовал, реально. «Махабхарата» — это «Игра престолов» наоборот. Если в «Игре престолов» там в основном отношения Чернуха, да, неблагочестивые, то в «Махабхарате» каждую секунду сын будет кланяться матери в ноги, и после этого начинается с ней общение. Это сериал, который показательные вещи там просто нужен российской и русской земле для того, чтобы нам немножечко возобновить нашу традицию общения, уважение к старшим, традицию общения. Как вообще нужно общаться друг с другом? Вот «Махабхарат» или сериал «Ситарама», или «Махадев», они построены на то, что способны реально показать иной способ взаимодействия внутри семьи, внутри почтения к старшим. И это, ну, настолько по-другому, что ты, ну, что это очень нравится, и это круто. Поэтому всем рекомендую, а из, значит, чего-то еще спектаклей, реально переслушайте «Иоланту», просто опера про святую. Она не видит, но Бога видит. Глазами не видит, а сердцем Бога видит, да. И вот, вот такая героиня. И что важнее, видеть этот материальный мир или видеть душой Бога? Вот, вот такая опера, понимаешь? Ну, высоко, да, сложно. Высоко, да, поэтому всем рекомендую. «Иоланта» — гениальная опера Чайковского. Смотрите, общий вопрос про музыку для каждого. Значит, для Александра, возможно ли возвращение группы «Традиция» и издание альбома или подборки треков? А «Традиция» альбом издан, он есть, значит, его можно найти в интернете. А объединение группы не планируется. Не планируется. Нет. Но я за, например. Скотилы вместе вдвоем. Я с раз-два, да. Да нет, я вообще такие просто не поднимали, не обсуждали, давно раз-два не видел. Ну, то есть нет какой-то там ссоры, глобалки? Не, ничего, никаких ссор нет. Вот мы сейчас просто, вот у нас группа, мы втроем делаем группу в Сигме, помимо копов, и мы сейчас работаем над альбомом в Сигме, поэтому... Вот, кстати, встречный вопрос как раз Косте. Ждать ли новых альбомов Кодзиллы или Коди Брауна? Ну, с Кодзиллой не знаю даже. И? И когда новый альбом Сигмы? А. Насчет Кодзиллы я затрудняюсь ответить. Ну, конечно, может быть, он вернется как бы на тропу войны. Вот. Кодзи Браун, да, какой-то сейчас инструментальный планирую такой небольшой релизик сделать.
А насчет Сигме, вот, как бы, да, мы в процессе делаем новые треки. Все будет. Новые треки. Это скорее альбом всем, да, чем просто. Да, да. Это наша группа, да. И для Миши, будет ли новый псевдоним или какие-то сольные альбомы? Псевдоним, я думаю, не будет, но мне, в принципе, полностью теперь все устраивает. Это с 16 года уже. Сколько раз ты менял псевдоним? Много. Ну, может, раз 5. Но мне просто разочаровывало то, что я делал, менялся как бы культурный вектор, и я таким образом заметал стыды, типа, ну, заново так восстанавливал личность музыкальную. А альбом, я думаю, как бог даст, посмотрим. Хотелось бы еще бы поделать. Ну, чего-то сольного именно. Ну, у меня сольных альбомов, как Арчанги, штук 10 уже есть с 16 года, поэтому там есть почего послушать. Так, то что послушай старого, окей, ты скажи нового, когда ждать материала. Да новый, когда вышел у тебя альбом недавно? У меня в 20-м году, вот весной, вышел альбом. До карантина ты выпустил? Я его записал за неделю до карантина, как раз когда начался, выпустил, по-моему, в апреле. Ну и как, на прослушивание повлиял карантин? Да я не знаю, я так не заморачивался. Не отслеживал реакцию. Ну, те, кто слушают, тем нравится. А с вами был Маги и видеоблог магазина Sneakerhead. В гостях у нас были копы в огне, точнее, мы у них были в гостях. Спасибо огромное, ребят. Спасибо, Маги, от души. Спасибо. Я знаю, что билеты еще остались, и осталось буквально чуть-чуть времени, когда ребята могут реально посмотреть, ну, единственную в своем роде хип-хоп-оперу. Приходите да. Все. Ближайшие даты, и это сейчас дата финальная, поэтому всех ждем, все, кто не успел, летите к нам, копы в огне, всех обнимаем. А также не забывайте оставлять свои комментарии, жать колокольчик, ставить лайки. Мир!